идет. Ну, дабла это понятно, дабла это уже привычная тема. Но трипла это что-то слишком, по-моему. О. Рейндж вы видели? Я в 250 рейнджа зафармил крипа. Я не успеваю, он быстрее бьет. У него анимация 1.31, у меня 1.33. Он быстрее добьет его. На миде Варден вроде против Боника нормально стоит. Боник второй, Варден третий, все хорошо. Вардену вообще замечательно будет стоять, его гангать не смогут. Они в трипле решили на топе постоять, и вон уже крюк летит. Лич, там смотри, крючок летит справа, видишь? Аккуратнее. Ну то есть он тут стоит. Он его не вытягивает по рейнджу, он до сюда будет. Он до сюда будет и все. Забрал, как я и говорил. Блин, что ж они меня так душат? Спасибо, Кван Евгений, за 1000 рублей. Вот, напиши мне ВКонтакте. Напомни мне, что за дела, что-то, про что я именно забыл. Но мы обязательно порешаем все. Спасибо. Так, теперь по игре. У меня все плохо. Я стою против Сикера, Пуджа и Огра. Но есть в этом один плюс. Мы с Личом не фидим, а они делят экспу на троих. При этом Лич жрет крипов. То есть, как бы, у них экспы будет намного меньше. Расскажи, я апну шестой. Было у меня 2 ММР. Решил я как-то аккаунт забустить. Так. Написал Стрею. Спросил расценки. Стрей сразу не ответил. Ну ничего, подумал я. Еще ответит. Время шло. Теперь я проигрок 7 ММР. Играю в топ-команде. Луч. Спасибо, Стрей. Тебе благодарен за успех. ПС, ответь, сука. Спасибо за донат. Я постараюсь ответить. Про игрока тебя бустануть надо немножко, да? Окей, окей. Сделаем, все сделаем, братан. Не переживай. Спасибо. Так, собственно, Аквилус у нас уже есть. Осталось его принести. Аквилус, это хорошо, конечно. Ну, то есть, по экспе вы видите. Сикер второй, я третий с копейками. То есть, то, что они тут стоят втроем, они, у них бы был от этого какой-то импакт, если бы они убивали хотя бы Лича. Получали бы дополнительную экспу. Но они Лича не убивают. Они и меня-то толком не убивают. Они никого не убивают. Они просто стоят и делят экспу на троих человек.
Ну, сейчас на двоих, но все же. То есть, поэтому все нормально, все хорошо. Пуч, он по лесам бегает, Лич вернулся. У нас, как оказалось, лесная ЦМ-ка. Я что-то долго не мог понять, что в игре происходит. Почему, где наш еще один герой. А все оказывается намного проще. У нас тупо лесная ЦМ-ка есть. Падгерс. Ну, это было очевидно, блядь, что он заденается. Владик, водопадик. Ну, заденаился, с кем не бывает. Как бы, ну, нормально. Пуджа минуснули. Единственное, не получили ничего за него. Ну, да ладно, это не важно. Главное, что мы деремся. Так, ФБшечку нам не сделали. Сикер это становится. ЦМ-ка, может быть, ты с леса выйдешь, придешь, и мы убьем кого-нибудь, братан. Без проблем. Не, ну, без проблем, я понимаю, но ты это намного раньше мог сделать. Нас тут как бы немножечко душат втроем. Мог, как я же спросил, нужна помощь, сказали бы, я готов прийти в любой момент. Так нет, ну надо прийти просто. Прийти и убить кого-то. Ловил. Так что подходи, братан. Давай, Пуджа, нету. Сикера, сикера, гоу. Сидера, окей, вижу. Понял, принял. Ну, скоро меня заберут. Братан, ты пока дойдешь, нас разъебут уже. Ты очень вообще... Ну, блядь, я пешком. Не, ты очень долго, братишка. Я тебе хилочку дам. Подходи, да, ты себе ее дай. Мой тиммейт. Давай, денайся, братан. А не, нормально, в этот раз я уже отменил удар. Я уже, так сказать, на опыте. Спасибо, брат. Блять, забыл я про него. Ой, про Сикера забыл. Там Огр крысиный обошел, да? 4-1. Но нас душат. И Мирана в харде умирает. Пацаны, нас ебут, по-моему. Я, конечно, не эксперт в таких делах, но мне кажется, что у нас все плохо. Слышь, Лич, поставь все-таки сраный варп сюда. Че тебе не имется? Купил варп. Не ставишь ни хера. Давайте убьем его, вот он. Ну дай нову. Так, блядь, ну раньше нужно было как-то. Не, уже все, парни. То есть все не вовремя у нас. Надо втроем нападать. Там пуч стоял, вы его видели. Можно было его быстренько. Мы вообще топчики в этом плане. Бля, он вызвал крипов, чтобы они у меня застилили фарм. Блять, не то съел. А куда ты варт откнул? А, его задавали? Сикера морозит. Хорошо, лоха убил. Го, Пуджа. Нормально, нормально, нормально. Качай заморозку, они все милишники. Заморозка будет вообще решать. Ладно, все. Без сапога, конечно, хрен догонишь этих ребят. Там еще крипы подблочили. Так, пойду сапожину возьму. Четко. Сикер вернулся, у него четвертый, кстати. А, я понял, у нас гости. Так, у нас еще и Боник, у нас четверо на топе. Да не, меня ты не вытянешь, братан. Бля, давай подеремся, слышь, бля, ты жирная свинка. А, все, все. Я понял, понял, принял. Задушили. А интересно, к нам этот кто-нибудь придет? У нас 4 героя на топе жопу рвут нам. Пофарми лес. Мирана, у тебя ульта была. Да я сейчас и пойду лес фармить. Просто мне интересно, что кнопки не нажимаются никакие. А ты за Пуджа ты играешь. За Пуджа посмотрим. Не обещаю, братан. Можешь добавить в друзья. HTTPS двоеточие, слэш, в... Ладно, я лес. Я больше на топ не пойду. Там тупо 4 героя живут. И ебут нас. Спасибо за донат. Еще Варден в миде АФКшит. Мог бы прийти на ТПхе. Там бы нормально лицо разбилось. Так, меня сейчас Сикер будет видеть. Все, погнали Шрайна бухать. Шрайна забухана. Так, тихо-тихо-тихо, подрегенится. Короче, мне 6-й левел надо как-то апнуть каким-то чудом. Я не знаю, как я это буду делать.
но мне нужен 6-й левел. На боте Мирана умирает от Вайда, но это очевидно. Типа, Войд убивает Мирану. О, минус Боник. Стой. Блин, ЦМ-ка портуется на мид сейвить Вардена. Варден к нам на топ ни разу не портнулся. Что за мудозвон? Тупо мутант какой-то на Вардене шпилит. Так, Сикер, не пали только меня. Блин, мне надо еще чуть-чуть экспы. Короче, пью второй шрайн. Выпью все шрайны сам. Так, есть ульт. Хорошо. Спасибо за подписку, товарищ Считао. Третий месяц. Welcome, братан, welcome. Ну, гол? Да? Я комп, ворот, да-да-да. Все по таймингу. У меня только один вопрос. Почему он бегает, сука, быстрее, чем я под ультом? Хорош, хорош, братан. Сыгрались, сработались. Блин, ну там, конечно, мне, конечно, будет тяжело. Мне будет тяжело в этой игре, потому что там есть Сикер. Сикер меня палит, там еще есть Войд и там есть Боник. Там слишком много таких, знаете, кор-персонажей, которые доставляют проблемы с Ларку. Так, Огр шестой. Смотри, смотри, сзади, надо драться. Да-да-да, убиваем, гол. Все, это мой. Это мой засоленный. Ебать, а что это такое? Блин, за мной Сикер теперь бежит. Или не бежит. Нет, не хилишься. Угу. Все нормально, все нормально. Он давай пуджа, давай пуджа. Вперед меня. Блин, этот Боник, короче, он, я не знаю, он уже второй раз на топ приходит и второй раз чуть ли лицо мне не разбивает. Это было реально сейчас на письке. Я выжил, там бы один какой-то, знаете, халявный лишний удар или скилл откуда-нибудь с кустов. Блин, и все, я помер. Ладно, пойду опять лес фармить. Не знаю, мне на топе вообще неохота стоять, если честно, потому что там какая-то жаркая ситуация. Там постоянно куча противников. Боник постоянно, и все хотят меня убить. Оу! Спасибо за подписку. Слишком много букв О в твоем никнейме. Добро пожаловать. Подожди, а где Глав Тролль? А вот он. Спасибо за подписку, ребят. Встретьте, добро пожаловать. Welcome, брат. Вещь, мне кажется, тебе стоит покупать варды. Обузим, обузим, парни. Чисто обузер на стриме. Пробежишься на том? Не-не-не, впадлу чё-то. Блин, реген, конечно, слабенький. Хотелось бы больше. Под ультом медленно регенюсь, все равно. Для леса против Сикера не хватает. Мне сейчас видно должно быть. Не, не видно, нормально. Живу. Живу. Так, что делать? Снизу, снизу Войд, 11-й. Сейчас будет, наверное, хроносфера. Не, не будет. А хрона в КД у него? Видимо, да. Раз не ставил. Он поставил на Вардена, убил бы. Но он не поставил, значит в кулдауне. Гоу, Вайда. Иди-ка сюда, блядь. Ну, он у него откидешься сейчас первый скилл, он уедет. Бей его, бей его. Меня Войд, по-моему, с пиздюли убил, не? 159 урона, это башащая пиздюля была. Он мне просто дал пиздюлю одну, и это был баш. Здравствуйте, познакомился с Войдом. Первый удар по мне за игру, это баш, это интересно.
125. Ну да, это баш был, скорее всего. Евгения. Давай нас фипа, жопа. Пезе, жопа. Я не играю на СФ, братан. У меня такая же трипла, только в миде будет. Нахуй мне это надо. На СФ. То есть я готов стоять на миде против триплы, но явно не на СФ. Понимаешь? Поэтому... Как бы это все хорошо, но не СФ точно. Подходит под эту роль. Так, ну кач идет, ребят. Вроде бы я в говне, конечно, но не полностью. То есть все-таки 4-3. С Ларком всегда такие дела. Стоишь вроде в легкой, к тебе приходит. Но это лучше. Я на самом деле люблю такие игры на Сларке, когда мне бьют лицо. Это явно лучше, чем когда я стою с Ларком на фрифарме, покупаю себе Shadow Blade, а потом никого с ним убить не могу и бегаю фижу там. Вот, поэтому мне больше нравится сосать на Сларке, чем убивать. А потом, знаете, как-то с говна вылазить и потом пытаться кого-то убить. Блин, 4-3-3. Мне бы, конечно, фражинку где-нибудь зацепить одну, какую-нибудь халявненькую. Хотя уже сейчас будет все, что надо. Не, Клинкс не ко мне. Он на низу. Он на низу, там, где Мирана умерла. Он там пробежал. Блин, Сикер, пожалуйста, не пали меня. Что у Клинза? У него нет еще Арчида, и может быть его вообще не будет. То есть на таком Сларке как-то получше играть, чем с Ларком с фрифарма. Блин, видите, уже охотник выбежал. У меня еще ШБ нет, тип уже досты купил. Ну, посмотрите, какой старательный хлопчик. Хлопец. О, а вот и экспа. Мурлок, зафарми спота. Мурлок, забери это. Блять, ну и шо? Включи мом, что ли. Комната ожидания включения мома. Он не хочет. Вот я б включил. Я б на мужика включил мом и сдох бы. Вот серьезно. Потому что я в таких ситуациях всегда за то, чтобы подфидить вражеского Сларка, у которого все не очень хорошо. А он не нажимает мом. Что это может значить? Это может значить, что он мудак жадный. О, нифига себе, он напшикал тут Тайтхунтера. Тихо, уходим. Мне надо, чтобы он мом включил, он задолбал. О, тупой огр. Серьезно? Только не ставь купол, обмуда. Хорошо, хорошо. Блин, я вообще пожадничал. Я хотел убить огра без ульта. Мне не хотелось ульт на огра нажимать. Но пришлось, потому что там дальше побили. У нас вот тут пудж, пацаны. Давайте пуджа хлопнем. Да, давай, давай. Ну все, я его за говно взял. Хорош, хорош. Убей крипов. Я убью крипов, не переживай. Это я точно сделаю. И тех убью. Сикер придет и заберет. Не придет, не придет. Я всех убью. Хорош. Так, ладно. Давайте быстренько пропылесосим лес. Надо подумать, что собирать вообще. Что вообще собрать, пацаны? Ну, то есть, как бы арчит в этой игре. С одной стороны хорош, с другой стороны не очень. Сабля какая-то, мне не нравится. Надо было шрайн. Надо было шрайн нажать. Я пожадничал шрайн, хотел его позже нажать. Убивайте, лоха, убивайте. Ой, хорошо как. Ой, как хорошо. Ой, заходит. Нормально. Ну, за него 600, за меня
400 пойдет. Надо было шрайн нажать. Я что-то пожадничал. Думал отойти, постоять в инвизе, нажать Shadow Blade, блять, потом прожать шрайн. Как дебил сделал. Надо было прожимать шрайн. Спасибо за подписку. Спасибо за подписку. Да, ты. Добро пожаловать. Welcome. Welcome. Мать нас что-то душит. Давайте их убьем. Ты мой, сука. Блять, ну ты заебал! Ты иди нахуй! Нифига себе, оно быстрое, блять, под достами тупо. Шмых, 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 побежало под достами, убегает оно от меня. Тупо под достами убегает. Как он это делает? Хер с горы. Блять, хер с горы, просто плюс 2 кэса. Нифига себе, хер с горы. Привет, Олег. Здорово. Очень нужна твоя помощь. У тебя же есть знакомые из администрации Твича. Помоги, пожалуйста, с разбаном канала одной стримерши. Ее 6000 подписчиков будут тебе очень благодарны. Хер с горы, спасибо за 2000 рублей. Все зависит от того, за что ее забанили. И плюс администрация Твича, она всем помогает. То есть, ну, она может написать в поддержку. Там сейчас Твич плотно занялся этой темой. У Твича есть русскоговорящие, так сказать, ребята, которые занимаются СНГ-стримерами. И они им помогают по поводу разбанов и так далее. Все зависит, какой это был бан по... То есть, если это у нее там, например, третий или пятый бан, ее постоянно банят, то ее могут не разбанить, но это серьезно. Если это ее первый бан за что-то, то ее разбанят. То есть, все зависит только когда. То есть, максимум, насколько я знаю, могут дать 2 недели. Вот. То есть, ну, я это ускорить никак не смогу. То есть, со знакомыми, не со знакомыми. То есть, они сейчас серьезно модерируют и серьезно к этому относятся, братиш. То есть, единственное, что я могу посоветовать, это чтобы она написала в поддержку Twitch, написала, что так и так, вот забанили, чтобы узнала, насколько. Потому что, если это первый бан бессрочным не дают. Ну, я не думаю, что она что-то такое сделала, за что там ее навсегда забанят. То есть, это надо, я не знаю, что сделать, чтобы тебя с первого раза забанили на все время. Поэтому надо, чтобы она отписала в Twitch. Блин, а почему за мной все охотятся? За мной бегает Сикер, за мной бегает Боник, за мной бегает Войд в Шадоублейде. Что они все от меня хотят? Вы мне можете сказать? Вон. Знаете, уже. Гоу. Дай ему все, что у тебя есть. Блять. Ну я не это имел в виду, ну ладно. Тупо тип чайник скинул. Спасибо за 2000, хуй с горы. Поэтому тут нет смысла ко мне обращаться, потому что ко всем одинаковые отношения, понимаешь? Вот тут обсервер стоит у них. Хеймдал, спасибо за 4-й месяц подписочки. Добро пожаловать, брат. Крысу в чат, ребят, встретьте. Встретьте, welcome. Хорош, Арк. Я отведу этот спот. Не блочите спота. Ха-ха! Сука! Ну, блядь! Ну зачем? Зачем? А вот тут есть. Так это работает, блядь. Куда стоять? Я бегу. Бегу на него. Чисто хейт-машина на войде, понимаете? Бегает за мной, душит. Горло мне вцепилось в глотку и не отпускает. Но он, понимаете, он ошибается очень сильно.
Но я не скажу почему. Потому что это стрим-снайпер, я не буду говорить, что ему надо делать, но то, что он за мной гоняется, это хорошо, поверьте. Тру-тру-тру-тру-тру. Ну, а что мы можем? Гоу? У него ШБ. Бля, ну я за говно его не смог взять. Красава. Батя, а шо с ним? Я не понимаю, почему это говно так бегает? Я полудохлый. Ты полудохлый, а я дохлый. Они все там. Бля, он очень быстро бегает. Это невозможно догнать на самом деле. Пиздец, он бегает вообще. Чисто уехал, улетел. Еще и ТП в КД было, что тоже печально. Так, надо карту закрывать. Эти пидоры вообще в край охуели. Нормально, а девчика пошпили. Давай сейчас размотаем дома. Стрей, привет. Как тебе Имор, так? А наверху новый. Не знаю, так, ну прикольная, но... Но он же все и портит. Ну прикольная, но я тебе так скажу, не самая лучшая. Ну обычная, обычная, братан. Бля, Вижн получается тут. Бля, Вижн получается тут, блядь. Союзники, исчезните. Бери, бля. Ничего. У нас есть план Б. Пока все это происходит. Забей, лесника убьем. Да, давай, он что-то охуевший. Подошел, начал крипов жрать. Да, давай пушки. Лечь пушки. Чай, блин, мясной попробуй. Задолбал. Он еще такой жирный. Это просто пипец. Чисто мясной. Сейчас давайте прокастываем, берем крипов. О! Ты сначала подписался на 4-й месяц и решил еще и косариком, так сказать, угостить. Привет. Здорово. Спасибо, братиш, за 1000 рубасов. Ну, я тебя уже видел, ты сегодня ресабался. Поэтому здорово еще раз. Ах ты ж, пап.
Аккуратнее, вас идут брать, по-моему. Привет, Олег. Здорово. Какие впечатления от группового этапа Инта? Бомба. Как думаешь, кто фаворит на данный момент? Вообще не знаю, вот честно. Честно, вообще не могу сказать, кто фаворит. Как по мне, они слабоваты. Ну, вообще не узнаю. Отлетает один к один беглет. За говно, за говно. Супер, супер, пацаны. Войд на топе, все. Ну давай, Вайда. Ну, да, надо как-то. Нам нужен хекс какой-нибудь от Вайда. Потому что у него БКБ, он там такой жирненький парень. Че, пошли дальше, че? А зачем ты настоящим туда Варденом полетел? Я иду, давайте вот этого. Зря ты настоящим Варденом туда полетел. Спасибо, Химдал, за 1000 рублей. Они по топу пойдут сейчас, возможно, дальше. Нам дальше идти смысла нет. Сейчас Войд прилетает, ставит купол, и снова кто-то умирает. Ну, я, точнее. А, ты думал, копии летел. Ничего, бывает, братан. Все хорошо, четко играем. ТП в топ, ТП в топ. У меня нету, к сожалению. Но оно еще и в кулдауне до сих пор. Блин, может правда ТП сделать? Хотя, хуй, не буду. Мне надо еще кучу дел сделать. Мне надо купить себе Вангвард. Взять его пока вместо дастов. Что там у Вайда? Аганим у Вайда, пацаны. То есть он будет часто купол ставить, смотрите. Каждый файт. Ну, не каждый файт, я имею в виду, он и без... Я убью на лестнице, он будет без файтов ставить. Будет бегать 60 секунд, когда купола. Вот, поэтому не знаю насчет Инта, не знаю, кто фаворит. Очень сложно. Дурак, что ли? Дурачина, сука, простофиля. На Бонике. Он подумал, что он меня с Арчидом убьет, когда у меня Вангвард и Башер. Я понял. Удачи. Лич, купи себе Гост. Это жизненно необходимо. Войд, Боник, Сикер. Все бьют тебя с руки. Купи Гост, потом Аганим. Ладно, предлагаю пойти дальше погулять, поискать кого-нибудь, может. Ну, это не тот. Вайда не убью, конечно. Это Егис. Все, меня взяли, пацаны, за говно, за говно. Все, уходите. А Егу выбили достаточно. Главное, не умирайте дальше. Блин, ну я по 2 ульта впитываю. Купол и ульт Сикера, по сути, у меня был. А, этот без пики точеный. Значит, не контролит. Кого у нас еще нету? О, нету Лича. Сука. Ничего, пацаны, все окей. Ебать там СМ-ка наваливает, конечно. Я в шоке. Что он собирает, а? Это Лотус. Ого. Ого. Не знаю, ты на Вардене, тут пика какая-то нужна, или дагер что-то, тебе нужно быть мобильным. Блин, да что ж он всех тянет? Бля, что делать, пацаны? Ничего, базу будем дефать сейчас, ничего не делать, ждите нас, у нас глиф есть, все окей. Ты главное не умри сейчас один, и все. Вообще ему не там надо стоять, ему сейчас надо стоять новой откидываться, он не там находится, вообще не там. Давайте, пацаны, аккуратно откидывайтесь. Там Frost Armor на башенку, там туда-сюда, брат. Ты же знаешь, как это делается. Только на хук не попадайте. Что тут происходит вообще? Почему чувак на ЦМ-ке сдох? Ну ты один, я же тебе говорил, одному не заходи. Да?
ты зашел. Ну ладно, базу задефали, это главное, пацаны, я считаю. Самое главное то, что база у нас стоит. Все, остальное не важно. Тебя видят, тебя видят. Мне похуй на них, что они там видят. Аккуратней, Варда. Та-ра-та-рам. Там нормально. Подожди, пуш 25-й? А, 23-й. Там пуш левелом, как я. Вот это немножечко странно. Самую малость. Я знаешь, этот жирный хочет денег. Это логично. Любой жирный хочет денег на самом деле. И этот жирный не исключение, но он их уже забрал. Убивайте клинкстера. Блин, на самом деле лучше бы он не арчит купил на Вардене, а хекс. Было бы намного больше импакта. Оставь, пожалуйста, мне немножко осталось дофармить, чтобы было приятно. Я понял. У них вижен везде стоит, меня видно было. Братиш, мне не хватает 200 долларов. Я просто говорю, держу в курсе. Так, давайте вот этим. Блин, я даже не знаю, что собрать. Мне кажется, в куполе похуй, какие у тебя артефакты. Я в каждой драке умираю в куполе. В каждой. То есть я ни одной драки не умер без купола. Ну, за исключением пары моментов от Сикера, когда в начале игры. Но я сейчас беру в расчет именно тимфайты. То есть я всегда умираю в куполе. Может вообще... Блин, Ion Disc, не знаю, мне, честно, не нравится. Ion Disc мне не нравится. Мне не нравится Ion Disc. Просто с Ion Disc может такая произойти тема, то что я буду в драке там бить кого-то, нажму ульт, пуш включит Blade Mail, я надамажу себя в ульте, у меня заработает Ion Disc, и я тупо 2 секунды или 2,5, сколько там он работает, я буду наносить 0 урона. Это как бы вообще вайда линка. Смотри, вот сейчас право будет стоять. Раз, два, три. Уходим, парни, я бы не стал тут драться. Мне не хочется тут драться. Они все здесь, вот 25-й, не нужно. За тупость леща кому-то выписать, не? Тупо делать, типа, да. Все, отходим, отходим. Мы от дефа играем, парни. То есть мы не агрессируем, они нападают, мы сосем. Охраняем, обороняемся. О, там, все дела. Жиза. Вот, вот это плохо было. Тебя в соло путь убил или как ты умер? Блин, нам путь солид бегает, лохов. Ебать, я дамажу его, конечно. У пуджа было четверть хп, я себе снял больше половины, пока его убивал. Смотри, аккуратно, есть. Парни, у нас вардена нету, нельзя. Нельзя. У меня доступно. Играешь. Еще 1000 хиндал. Поздоровался и хватит писать, правильно? Спасибо за кэс, братиш. Спасибо, брат. А ты песню поставил, не? Ждем Вардена. Без Вардена там просто арморы на башне, всю хуйню. Ждем Вардена.
Я развел их на ульты, пацаны, я не знаю. Подеремся, что ли, уже? Пора уже, заебало. Это нападу на лохов. Ну и что, блять, вы можете? Что вы можете, петушки? Я разбил лица. О, острый снайпер, душить. А что ты передумал, блядь? Все, я отойду. А, не, не отойду, на мне ультсикера, блядь. Парни, я развел на все ульты, давайте, от дефа. Сэмка, ты опять там где-то? Поможет только порта по мультимейку. Чё, горишь? Поможет только форстафы на тиммейтах. Форстафы тоже не помогут, на мне ультсикера всегда висит. Понимаешь? На мне висит, на меня ставится два ульта. Это ультсикера и ульт вайда в каждой игре, в каждой замесе. Тимирина Ректерина, спасибо за подписку, братан. Добро пожаловать. Так, лич дефает. Хорош, пацаны. Я не хочу байбекаться, я буду воскрешаться по-честному. Ебать, купол не на меня, да ладно, я первый раз такое вижу. Умри, умри, сука. Чё там за донат был? Поможет только... А, поможет только форстафы. Не, форстафы не помогут. Мне тут ничего не поможет, братан. В этой игре мне ничего не поможет, к сожалению. Надо замедлить. Просто там КД купола 60 секунд, и по КД 2 ульта в меня летит. Ультикера, ульт вайда. Типа, что бы я ни собрал, все равно мне пизда. Поэтому тут только расчет на то, что мои мальчики что-то сделают, но они пока не особо. Руй, здорово. Ау, здорово. На какой площадке покупаешь шарпины для розыгрыша? Что за розыгрыш? Парк, кушай том, пожалуйста. Можно купол. Можно купол получить? Давно не было. Бля, меня видно. А. То, Стрейс, здорово, на какой площадке покупаешь арканы для розыгрыша? На Dota 2 маркете, братан. Изи реклама. Изи реклама подъехала. Бля, там еще купол такой ауешный, большой, что его хрен задоджишь. Ну, типа, мне в любом случае стоять в куполе, что бы я ни делал.
Вообще-то очень давно собаки не было. Может, были упоры, выгулить. Собака, у нее винрейт очень плохой, братан. Я на ней перестал играть, потому что на ней невозможно победить. Ну, типа, вообще у нее общий винрейт очень маленький, плюс у меня на собаке очень слабый винрейт. Раканище. Спасибо за стримы. У меня дочка в этом году идет в школу. Вот. Думал, как ее предостеречь от педофилов. Переживал, дочка, очень пригодилось твое фото. Дал ей его вместе с газовым баллончиком и сказал, если подойдет похожий на тебя дяденька и будет куда-то звать, чтобы прыскало без капли раздумий. Блять. Спасибо за донат. Спец. Да похуй на мегакрипов. Я скади хочу. Давайте. Мегакрипы это еще не конец, пацаны. Давайте, ебать их всех. Помогите. Ебать. Да мне похуй. Давай драться, блядь. Петух. Ха-ха. Только не надо меня станить. Не надо вот это делать. Опа, я туда пошел. Сука, нитро. Дай мне раз на раз с огром закушусь. Ну чё, пацаны? Бля, байбека нету, сука, не хватает. Но я скади хотел слишком. Слишком хотел скади, пацаны. Варден, короче, тебе надо было не арчит делать, а хекс. Потому что арчит тебе вообще не нужен. То есть ты бы сделал сразу хекс, и мы файдам. Если бы он его апнул, было бы нормально. Не-не-не-не-не, там у вайда линка, то есть там линка БКБ. То есть если просто сделал чувак хекс, мы бы убивали вайда, и мы бы тупо задушили их. Просто арчит тут юзлес, к сожалению. Там у всех БКБшки и вся хуйня. Нет, так линку может кто-то другой скидывать. Просто тебе не обязательно, ну ты сделал арчит, чтобы скидывать линку. Можно дешевле что-то купить тогда. Вот, спасибо за игру, пацаны. Бля, чисто боевой сларк 17-12, охуеть. Я давно с такой статой не играл. Ну, типа, 12 смертей, 17 убийств. Это просто какая-то, знаете, супер лютая война. Супер лютая война. Так, поехали дальше. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, ну, плохо. Плохо то, что у меня два ульта давали. Если бы не было хотя бы сикера, я бы выживал, наверное. Просто пиздец. Купол пережить, это уже надо быть героем. Но еще когда на тебя ульт сикера падает, это просто забей. У тебя